Вы можете задонатить по ссылке в описании и подписаться на наш телеграм-канал. Всем заранее спасибо. Здравствуйте всем! Сегодня поговорим про маршруты, которые заменили пазиками или маршрутками. А ведь они раньше были автобусами, ЛиАЗ или МАЗ. Короче, поехали. Остановка. Транспорт Нижнего Новгорода и его области. Первым автобусом будет А45. Раньше на этом маршруте ходили большие автобусы ЛиАЗ и МАЗ. Это был не такой популярный маршрут, как Т-45, но очень хорошо заменял его и ехал на Горького. Можно вообще вы раньше опуститься, и там был Икарус. Также смерть МАЗа прошла под маршрутом А45 пресс-Ф ему. Но 23 августа 2023 года произошла транспортная реформа, где все автобусы превратились в пазики Вектор. Он стал теперь более заполненным и некомфортным. Спасибо шансов за детство. Привет, Никитин в настоящем. Следующий маршрут, о котором хотел бы поговорить. Это А65. Да его также сместили, как и 45. Если один лишь плюс, его продлили до улицы Зайцева. Хотя Т-55 прекрасно справляются с селом этой улицей. Раньше ходили также ЛиАЗы и МАЗы, за них особо не было стыдно. Ну, кроме что горевшего МАЗа на 65-м маршруте. Раньше было лучше все равно, у 65 были крутые автобусы. А сейчас, конечно, привезли поновее векторы, но это все еще полная фигня. 52, да здравствует наш новый пазик, полная фигня, я еду думая, что хорошо было вчера, ведь раньше был ЛиАЗ. Это слова, хип-хоп классика, или мои. А также и транспортная реформа СА-52. Его превратили в любимый пазик, который едет до Левинки. А ведь раньше были ЛиАЗы, жалко, что так случилось. Ну, на этом все. Раньше было лучше? Ну, не знаю. Но транспортные реформы реально фигня. Если вы так же думаете, то ставьте лайк. Вторая часть выйдет, когда под этим видео будет 50 лайков. Давайте ставьте их. Также очень нужна ваша поддержка в виде донатов. Кто хочет, поддержите рублем, донатеров покажу в следующем видео. Всем пока. Следующая остановка. Улица Нагина. Остановка. Улица Нагина. Следующая остановка. Улица Бугристая.